не успели еще закончиться варварские завоевания на Западе, еще они только кончились вот, в VI веке. И Вселенские соборы на Востоке, как началась эпоха великого переселения народов на Востоке, связанного с неожиданно пробудившейся религиозной воинственностью аравийских арабов. Неожиданно пробудившаяся религиозность. Значит, Аравия – это дом всех семитских народов. Именно здесь возникли вавилоняне, ассирийцы, сирийцы, евреи. Христианство и ислам имеют много общего. Один и тот же Бог – Элоим, так евреи говорят, Аллах – так мусульмане говорят, Аллах, так говорят сирийские христиане. Это Бог Авраама, Исаака, Иакова. Ислам признает и Христа, только как пророка. И все это должно было бы способствовать пониманию их взаимному. Но в историческом развитии народов Аравийской пустыни произошла задержка. У них не было единой страны, у них не было образовательных систем. Их отношения с другими народами преимущественно торговые были только. Через Аравию проходил, помните, через всю Аравию путь караванный верблюдов, на которых приехала царица Савская из Йемена. Сава – это Йемен. С самого юга Аравии она шла караванным путем навестить Соломона. И вот этот вот путь, караванный путь, это тот самый путь, где продали Иосифа в рабство, братья его. То есть проложена такая дорога известная. Ну вот, и в историческом развитии у них произошла задержка. И она грозила дальнейшему распространению христианства. Многие страны были навсегда потеряны для христианского правления там. Два века арабских завоеваний было с 6 века по 8 век. Пожалуйста, это дата. Да, да. 6 по 8 два века арабские завоевания были. Вот найдите карту, где говорится, где написаны эти все пути. Арабские завоевания. Вот эта вот карта. Пожалуйста. Видите Аравия? И посмотрите, какие пути у нее. Из Аравии стрелочки куда идут на восток? Это в Персию. Потом на запад это куда они идут? Они идут в Африку, Египет, Ливия, Карфаген и... Что вы думаете? А на север они идут к Дамаску, Иерусалиму, Сирии тоже, Багдаду. Чувствуете? Это все будет арабское. И у них они двинулись также на Константинополь. И я сейчас хочу вам самый драматический момент указать. Все стрелочки черные, да? Но тут есть две белые стрелочки. Посмотрите, пожалуйста, там, где Испания. И там, где Константинополь. Белые стрелочки. Видите? Вот. Это как щипцы. Между ними вся Европа. И если бы крак... Если щипцы сошлись бы, то Европы бы не было. Была бы одна Аравия. Слышите? Но у Бога свой промысел относительно Европы. Я вам говорила уже. Эти все пути удивительные. Помните, как было сказано Израилю? «Ты дорог, многоценен в очах моих. Я отдам другие народы за тебя». То... Вот это вот время Средневековья Бог всячески защищал Европу и давал возможность там, именно там, развитию христианства. Именно впоследствии там будет реформация. Понимаете как? Именно там будет весь прогресс,
и науки, и искусства, все. И он защищал это. И защищал он, тоже отдавая другие народы за них. Вы понимаете, что вот эта вот какая-то искупительность, она вмонтирована вообще вот в историю. Вот смотрите-ка, это огромное завоевание. И Бог сохранил эту вот Европу, ту, которая христианизировала Запад. А на Востоке все земли восточные взяты. Вот тут буду сейчас перечислять вам, какие взяли. Было два века арабских завоеваний. Мария Сергеевна, а можно сказать, что именно с Востока началось вот это христианство и было проповедано, и вот когда люди не принимают или то есть не ценят того христианства, то Бог допускает, вот, что приходило что-то другое. То есть там уже прошло это время для Востока, и Бог послал вот этих арабов. Все есть книга, называется так, «Что Бог делает на земле». И там попытки христиан проникнуть в дела Божьи, вот эти вот исторические, что посылает, что Бог делает. Значит, я перечислю вам. Восточная империя потеряла Египет. Значит, эти все материалы исторические, это вы читаете Гонсалеса. А есть ли у вас «Дорогами христианства» Керна? Там пойду смотреть я. Есть. Да? Вот эти учебники тоже можно взять. Восточная империя потеряла Египет, Сирию, Малую Азию. Пускай ваше сердце будет пронзенным. Это та Малая Азия, где был и Ефес, и Коринф, и где апостол Павел ходил, и Галатия, где, знаете как? Малая Азия стала арабской. Палестина, Северо-Западную Аравию, Финикию, Северную Месопотамию. Вы понимаете как? То есть Восточная империя, как сказал историк Карташов, потеряла весь иноплеменный Восток. Иноплеменный, то есть иного племени, чем греки. Это был греческий. Вот Греция, она и осталась. А все остальные, они попали в руки арабов, они перестали и до сих пор находятся в их руках. Знаете ли вы, что нету египтян, а есть арабы? Нету персов, а есть арабы? Иорданские арабы, сирийские арабы. Они все учились у меня, все студенты. Вы понимаете как? То есть Восток... У Востока осталось только, вот Константинополь остался. Вот. А как Стамбулом стал? Который потом станет Стамбулом. И будет взят и он. И восточная часть Римской империи перестанет существовать. Восточной части Римской империи нету. Но за это время примет Россия христианство, и сейчас Восток – это только мы, все остальное – арабы, мусульмане. Как говорят, все наше русское подбрюшье, понятно, подбрюшье, это все мусульмане. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Ну, давайте я хочу и начать, и кончить про арабские завоевания.
Теперь, значит, мы с вами поговорили, что именно они завоевали и сколько времени это было, 2 века. А теперь самую сердцевину. Вы понимаете, какая-то идея. Настало время, когда эти враждующие племена соединились одной верой, воодушевились общей задачей, явился мощный гений, сплотивший эти разрозненные части и вдохновивший их одной смелой и восторженной идеей и двинувший этих титанов в пустыне потрясать и пересоздавать земные царства. Что такая за идея была у них? Общая идея. Это была религиозная идея. Вы знаете что? Магомед совершенно не собирался создавать новую религию. Магомед, безусловно, гений арабский. И он считал, что он новую веру не основывает, но он восстанавливает первоначальную. И называл он своих сторонников правоверными, правильно верующими. Похоже на православные, да? Вот. Он считал, что первоначальная вера Адама – это прямое и духовное поклонение единому истинному Богу, Творцу неба и земли. И пророки, собственно, посылались Богом для восстановления этой настоящей правильной веры. Значит, первый это момент. Он восстанавливает настоящую веру, вот ту первую Божью веру, которая была еще там дана Адаму. И поэтому он полыхал ненавистью к людям, которые эту веру исказили. Потому что написано было: не делай изображений, не поклоняйся им. Нет других богов, кроме единого Бога. Магомед совершенно свято верил: нет Бога, кроме Бога. А христиане, они ударились в многобожие, политеизм. Они стали поклоняться массе богов. Вы понимаете ли, наш религиозный философ Соловьев, я вам говорила уже, что религиозные философы наши, хотя не ориентировались они на Писание, не основывались на Писании, но время от времени они очень проницательные вещи говорили, будучи образованными людьми. И Соловьев сказал: мусульманство – это коррелят к христианству. Коррелят – корректировка, подправка, исправление. То есть это исправление христианства. Вы понимаете ли, что храмы были полны идолов, изображений. В то время были еще статуи. И статуи, и изображения. И всему этому поклонялись. Я вот все тот храм, где я была, где я видела Марию в центре, поменьше с ней, Бог Отец и Бог Сын. Там же масса было еще других изображений. И вот каждый входящий, он коротко на одно колено преклонится, перекрестится и дальше идет. И кто-то входит опять на одно колено преклонится. Понимаете ли? То есть это был не Иисус Христос, это были различные святые, которые были там изображены. Значит, арабов вела простая вера, что они восстанавливают истинную веру, и что они уничтожают ту мерзость, которую Бог называет мерзостью, идолопоклонство. Понимаете как? Творец неба и земли. Коран, слово, происходит от слова «кора» – «читать». То есть Коран – это чтение. Это то, что надо читать. Это чтение. И то, что Магомед читал непосредственным откровением от Бога, что Коран он с неба получил. Это восполнение закона Моисеева и Евангелия Христа, и больше не будет откровений. Мусульманин из Алжира. И он простодушно так он навестил как-то нас дома. И вот простодушно говорит: а почему вы не хотите в мусульманство обратиться? Я говорю: с какой-то стати я буду мусульманство? Так это же, говорит, было после Евангелия, после Христа. То есть это более новое. И это более новое. И это более верное. Вот так оно.
рассуждал. Ну вот, сам Магомед, он начал слышать голоса и воспринимать послания огненными буквами. Это случилось с ним после смерти двоих детей, когда он потерял покой и радость жизни и начал блуждать по пустыне, как безумный. И, вернувшись к обычной жизни, он стал делиться с друзьями полученным знанием. Ну, вы биографию знаете его, что это был погонщик верблюдов, как и все арабы, как его полюбила богатая вдова, как он преданно совершенно ей служил, и потом был преданным мужем ей, и она им родила двоих детей, которые вот умерли. После этого он начал слышать голоса, блуждать. То есть известное потрясение жизни произошло, выше, которое выше было из его обычной, размеренной, торговой, ну, такой практической жизни. И он стал вот эти голоса слышать, огненные буквы. Вот иди, запиши. Какая-то сила схватила меня за шиворот, протащила по земле, бросила высохший, там этот, вот какой-то арык или что-то. И голос сказал, пиши. Ну, вот такие переживания были у него. Я хочу, упоминаю смерти детей и его бродяжничество как признаки его, как причина его потрясения. То есть он... Вот, я вам говорила уже, что человек начинает совершать великие дела, когда он как-то отречется от себя, отринет себя. Уже не будет думать о нормальной защите своей жизни, устройстве своей жизни. Слава где-то далеко-далеко витает. Отринул себя. Да, готовился к посланию Бога. Потому что люди, которые... Я говорила вам про Холокост. Но ведь шла обратная волна защиты и спасения этих обреченных людей. Мне досталась большая библиотека меннонитов. Меннониты, как известно, они непротивление злу насилием исповедуют. У них нет никакого сопротивления. Эти меннониты, они активнейше помогали прятать и переправлять за границу вот, евреев. Это был дом пастора, у которого были дети, там четверо детей, жена любимая, гнездышко. Это все подлежало бы совершенному уничтожению, если бы кто узнал. Там вся община, кто паспорта доставал, кто проводниками являлся. Это было на границе Швейцарии, часть Германии переправляли. Увлекательнейшая книга. Но самое интересное, это книга в конце, когда журналист по этим местам ходит и спрашивает, оставшихся в живых, как это все было. Представляете, ночью стучат. И там женщина в одной шали босиком убежала буквально. Вот. И значит, нашел он эсэсовца, генерала эсэсовского, который был ответственный за те места. Журналист, это уже после войны. И спрашивает его, вы знали, что на вашей территории действует такая подпольная организация по спасению евреев? Он говорит, знал. А почему вы не предпринимали никаких действий? Он говорит, а мне никто не указывал, никто не знал, помимо вот меня. А я сам боюсь Бога, я католик. Меня это потрясло. У Бога всего много. У него свои люди везде. Представляете как? Я сохранил себе верных. А те думали, они так скрытно действуют. Да. Какие мы умные, как эти операции. Ну ладно. Так в общем, я к тому, что Магомед отринул себя, вышел из себя, как написано еще в Писании, вышел из себя, когда он стал все это проповедовать. Вот эти вот герои вообще, они должны как-то выйти из себя. Вот тот герой-пастор, который, может быть, на риск поставил эту и всю семью свою, и деток своих, и все. Он
отверг себя. Так вот, так же и с Магометом случилось. Его нормальная жизнь окончилась, когда детки эти погибли, умерли. Покой и радость жизни, блуждать начал. Когда он к обычной жизни вернулся, он стал делиться с друзьями полученным знанием. Какое это было знание? Бог един. Нет Бога, кроме Бога. Я когда-то знала это по-арабски. Аль-Иля-Аллах. Вот и мой хороший. Ну. А ты не можешь нас научить? Не надо. Хором будет повторять. Ну так вот, Бог един. Бог един. Это то, что мы с вами тоже учили по трестике. Это первое исповедание веры христиан было. Бог един, сотворивший небо и землю. Да? Второе положение. Идолопоклонство – это грех. Третье утверждение. Тот, кто неверующий, у него впереди ад, страх ада для неверующих. А верующим – вознаграждение. Вот четыре положения. То есть, как видите, вера очень простая и очень сильная. Он был глубочайше убежден в единстве, единичности Бога, в ужасе, греховности, идолопоклонства, то, что Бог запрещает, то, что ад для неверных и награда для верных. Эти убеждения были глубоко искренними. Но вы знаете, что интересно? 10 лет это все созревало, потому что только жена и близкие друзья его воспринимали. 622 год его жизни был поворотным. Он побывал в Мекке. С тех пор путешествие в Мекку обязательно для всех верных, правоверных. Он побывал в Мекке. Вернулся он в город. Его приняли как правителя. Новое города, имя города Медина или город пророка. Этот весь город его принял. То есть что-то случилось за это время. Или он вернулся в такой силе, или что он побывал в Мекке, поклонился этой Каабе. Ну вот паломничество было в Мекку. После Мекки. Это я читала в всех биографиях его, Ахмед. Что город, который принял его, это... Это не Медина, да. Но он жил в Мекке, где его хотели убить. Ну, он оттуда сбежал, а вот это как раз... А вот это называется... Ну, может быть, и называлось это паломничество. Угу. Он пренебрег традиционными родовыми связями. Я вам говорила, что все арабы жили племенами. Родовые связи. И он пренебрег. Он жаждал национального единства. И он исповедовал, и он проповедовал национальное единство. Каждый мусульманин – это брат каждому мусульманину. Все вы равны. Мусульманин – это тот человек, который исповедует веру ислама.